Привет всем. Сегодня у меня такой вот Galaxy. Совсем простое видео Galaxy, как его, S7560 Galaxy Trend. Сейчас мы быстренько поменяем дисплей. У меня еще не было видео. Думаю, что кому-то пригодится. Телефон еще не такой уж и старый. Так вот выглядит дисплей с разъемом тачскрину. Здесь вот находится. Я думаю, что тач целый. Не знаю, не проверял. Стоит на зарядке телефон. Болты я уже открутил, винты. Вот они у меня. Снимаем крышку. По-моему, год назад снимал видео с этим же телефоном, менял тачскрин. Огромное количество просмотров было почему-то, непонятно почему. Или слишком популярный телефон был в свое время. Либо я не знаю. Итак, снимаем винтик черный внизу, который удерживает системную плату, шлейф. Кнопка включения, верхний модуль, системная плата. Давайте сразу проверим, рабочий ли у нас дисплей. Подключаем батарею напрямую, нажимаем на кнопку включения. Galaxy Trend GTS 7560. Можно менять. Итак, для того, чтобы заменить дисплей на этой модели, необходимо снять целым и невредимым тачскрин. Для начала отсоединяем разъем тачскрина. Здесь у нас вода, походу, была. Вот. Что у нас здесь еще находится? Динамик. Итак, можно разогреть на сепараторе. Можно термофеном. В данном случае используем термофен. Вот тут у нас еще находится шлейф, обратите внимание, вот разъем кнопки Home. градусов у меня стоит на фене. Разогреваем поверхность, по большей части периметр. Аккуратно срезаем двусторонний скотч. Старайтесь не касаться тачскрина, чтобы его потом не чистить. К сожалению, я задел немного. Вот здесь вот видите, придется почистить. Так, снимаем, точнее нагреваем вверх.
крепкий скотч довольно нехилый. Желательно его сохранить целым, на него уже и посадим. Нет ничего крепче оригинального скотча, снятого хорошо и правильно. Мы аккуратно снимаем. Железочка, динамика выпала у нас. Сейчас мы ее ставим обратно, почистим, мусора много в ней. Вот, вроде скотч в порядке. Разровнять эти загнутости. Здесь он у нас немного вылез. Вылез за пределы свои. На место их поставим. Вот эту полосу, которую я оставил, видите, ее надо будет почистить. Лучше ее почистить. Лучше ее почистить ватной палочкой, которые у меня закончились, блин. Поэтому очень удобно чистится вот такие вот микро косяки, скажем так, ватной палочкой, специальным раствором удаляются моментально и аккуратно. Итак, снимаем расхераченный дисплей. Ставим нормальный дисплей. Так, только здесь нам для начала нужно застегнуть тачскрин на него. Так, секунду, я сейчас поставлю на паузу, удалю это пятно. Так, друзья, продолжаем снимать. Я успел сбегать в магазин, купить палочки. Специальным раствором. Удаляем пятно. Порядок. Старайтесь, конечно, не оставлять их по возможности. Итак, удаляем пластик. Не прижимайте пока к двустороннему скотчу. Просто положите сверху. Вставляем разъем тачскрина.
примерно вставьте на глаз. Потом уже по месту его можно будет подвинуть. Так, вот я опять накосячил тут немного. Вот так это нужно сделать. Сюда вставляем разъем дисплея, сюда разъем тачскрина. Давненько не разбирал этот телефон. Вот, и теперь сюда застегиваем разъем тачскрина. Вот, в общем-то, все готово. Теперь по месту уже его можно подвинуть. По центру кнопка Home. Вставляем. Так, вставляем системную плату. Застегиваем дисплей сначала. Укладываем системную плату. Кнопка включения. Верхний модуль застегиваем. Винтик черный. Единственный, который внизу прикручивает системную плату к рамке. Вставляем рамку. Включаем дисплей. Все готово. Ну, в принципе, на этом все. Такая довольно простая замена. Основная часть замены дисплея на данной модели — это правильно, аккуратно снять стекло. Все остальное совсем просто. Всем спасибо за внимание. Друзья, с вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Вопросов очень много. По возможности отвечаем. Все работает. Единственная ошибка, которую я сделал, это и не сделайте вы эту ошибку, обязательно удалите пылинки с тачскрина. Пока я его застегивал, пыль успела сесть, видите, да? Мало, но тем не менее, обязательно удалите их, потому что клиенты бывают разные. Итак, всем спасибо за внимание, удачи в ремонте, до новых встреч.